Промышленное птицеводство сегодня – одно из наиболее динамично развивающихся и конкурентоспособных направлений АПК в России. Успехи отрасли впечатляют. Объем выпускаемой птицеводческой продукции за последние 10 лет вырос в 3 раза. Российские производители успешно покрывают внутренний спрос на мясо птицы и активно реализуют свой экспортный потенциал. Однако стремительный прогресс происходит на фоне негативных факторов, важнейший из которых – эпизоотическое неблагополучие. С масштабными вспышками опасных заболеваний птиц ведется борьба на 5 континентах. В России главенствующая роль в схватке с губительными микроорганизмами принадлежит Федеральному центру охраны здоровья животных. Образованный более полувека назад как Всесоюзный научно-исследовательский ящерный институт, в НИИЗЖ в 90-е годы начинает заниматься проблемами здоровья птиц. Разрабатываются методы диагностики и вакцинопрофилактики широкого перечня заболеваний, представляющих серьезную угрозу птицеводству. Биологическое разнообразие вирусов весьма велико, и для каждого из вирусов мы имеем целую систему технологий и решений. Наше учреждение производит полный спектр вакцин против болезней птиц вирусной этиологии, как живых, так и инактивированных. Сегодня институт на постоянной основе производит порядка 15 наименований диагностических тест-систем и 30 видов эффективных и безопасных вакцин, многие из которых не имеют аналогов на российском рынке. Наибольшее внимание мы уделяем особо опасным болезням, таким как грипп птиц, болезнь Ньюкасла и экономически значимым, которые носят большой ущерб в птицеводческих хозяйствах. Это бронхит, инфекционный лагерь гонготрахеит, болезнь Марека и ряд других заболеваний. Промышленные масштабы выпуска продукции также впечатляют. Только против болезни Ньюкасла ежегодно изготавливается более 2 миллиардов доз ветеринарных препаратов. В основе достижения таких серьезных результатов – солидная научная база, использование высокоточного оборудования и совокупная работа квалифицированных специалистов, как в области диагностики, так и профилактики болезней птиц. С использованием лабораторных методов возможно не только обнаружение причин инфекционного заболевания в стаде птиц, но и определение таких критически важных моментов в жизни птицы, как первая вакцинация, как напряженность поствакцинального иммунитета и определение сроков ревакцинации, то есть повторного применения вакцины. Взаимодействие ученых и лабораторных практиков во ВНИИЗЖ обеспечивает комплексность выполнения всех работ по защите от вирусов или оздоровлению птицеводческих предприятий. В 21 веке, когда ключевым понятием в животноводстве стала эффективность, как бы ни были идеальные условия содержания птиц и совершенные технологические особенности производства, без достоверных исследований и оптимальных программ вакцинации обойтись невозможно. Мы стараемся в каждом из случаев найти индивидуальный подход и предоставить не только результаты исследования, но и предложить возможные решения проблемы с учетом имеющихся в наличии диагностических тест-систем, а также вакцинных препаратов. Методика персонального подхода к заболеванию помогла многим российским предприятиям пережить тяжелые времена становления и развития. С 2000 года, вот именно по 2005, это вот особенно был такой сложный период, мы перешли на зарубежный кросс. Вот именно была работа направлена на повышение эффективности выращивания. Здесь, конечно, огромную помощь сыграл институт. Потому что очень плотная была работа. И работа не только проводились консультации, приезды специалистов, работа с вакцинами велась. Сегодня ярославский бройлер производит порядка 50 тысяч тонн мяса птицы в год. Предприятие поставляет продукцию во все крупные розничные и оптовые сети, а также рестораны быстрого питания. Но всего этого могло и не быть, если бы 10 лет назад в НИИЗЖ не разработал специальную вакцину против малоизученного на тот момент заболевания, чуть было не разорившего хозяйства. Мы выходили с какими-то предложениями, и они конкретно с ними работали, и не шаблонно, я бы сказал, не шаблонно подходили к продаже своего товара, а творчески включались в работу и делали фактически вакцины под клиента. Как и сотни других российских предприятий, ярославский бройлер продолжает неизменно сотрудничать с ВНИИЗЖ. Ведь помимо высокоэффективных вакцин, институт предлагает уникальную услугу – научно-практическое сопровождение ветеринарных препаратов. Наши специалисты выезжают в хозяйство, они проводят полное обследование, выявляют проблемы и уже в соответствии с выпускаемыми нами препаратами –
рекомендуют те или иные для вакцинации. Однако задачи института выходят за рамки ветеринарного обеспечения хозяйств. Ученые в НИИ ЗЖ отслеживают и контролируют эпизоотическое благополучие определенных регионов России и сопредельных государств – Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Украины и многих других. В работе с этими странами мы придерживаемся тех же подходов, что и для Российской Федерации. В первую очередь это комплексность исследования, проведение исследований на высочайшем уровне и сжатые сроки проведения работ. Усилиями в НИИ ЗЖ удалось погасить многие вспышки опасных заболеваний животных и далеко продвинуться в обеспечении эпизоотической безопасности территории. Именно институту принадлежит решающая роль в борьбе с гриппом птиц в 2005 году. Болезнь получила эпизоотическое распространение в ряд регионов Российской Федерации, а также в страны Евросоюза, Ближнего Востока и Африки. Мы разработали ряд диагностических тест-систем, вакцину, которые успешно были применены для контроля и ликвидации болезни. День за днем в НИИ ЗЖ продолжает работу по оптимизации технологии изготовления безопасных лечебно-профилактических ветеринарных препаратов, разрабатывает новые методики определения заболеваний птиц. Наша лаборатория находится в постоянном поиске. У нас происходит разработки новых вакцин. Вот в том году мы заявили, засертифицировали, зарегистрировали новую вакцину и препарат против болезни Марека из первого и третьего серотипа, у которого нет аналогов в нашей стране вообще. Производство ветеринарных препаратов во ВНИИ ЗЖ отвечает необходимым мировым стандартам. Многие разработки института удостоены международных и национальных наград и медалей. Но главным остается признание со стороны птицеводов России и стран зарубежья, которые знают, что от здоровья птицы напрямую зависит благополучие человека. Спектр производимых Федеральным центром охраны здоровья животных ветеринарных препаратов для профилактики болезней птиц включает вакцины против болезни Марека, синдрома гидроперикардита кур, оспы птиц, ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной болезни, инфекционного бронхита кур, метапневмовирусной инфекции птиц, реавирусного теносиновита птиц, синдрома снижения яйценоскости 76.